Близится важная юбилейная дата – 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Основная цель встречи партийцев – обсуждение процесса подготовки к памятным мероприятиям и акциям. Важнейшая задача на сегодня – объединить все направления и проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, противодействовать фактам исторической фальсификации. И все же самое главное – оказывать помощь ветеранам. Здесь вы найдете понимание, все мы друг друга знаем прекрасно, и в плане того, как идет и что препятствует этому. Поэтому я думаю, что в тесном контакте и в целом мы тогда достигнем хорошего результата. Местное отделение партии «Единая Россия» включилось в эту работу уже давно. Впереди 5 проектов, первый из которых – «Диктант Победы». Его площадки уже определены. Всего в Одинцовском округе с городом Звенигородом было всего по одной площадке. В этом году будут на всех площадках школьных будет вестись «Диктант Победы». Все депутаты включились в эту работу, члены политсовета. Ну и я даже думаю, что секретари первичных отделений, они точно так также придут на вот эти площадки. Следующая партийная акция про героя. Уже сейчас приходят родственники участников Великой Отечественной войны и рассказывают свои истории. Затем все материалы будут объединены и размещены в музее Зои Космодемьянской. Далее следует проект «Школьный музей», сельский и городской. Очень интересная, по мнению самих единороссов, акция для детей «Открытка». И заключительный 5-й проект «Памятники», в рамках которого все мемориалы и памятники приведут в порядок Дню Победы. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».